Алоха from Hawaii. Ну что, ребята, я пошел, поднялся еще один блок выше. Короче, хил, еще поднялся один подъем. Но есть такие домики, мы, там, где мы живем, тут как бы как клетки такие, знаете, не знаю, там по полакра или по квотеракра, где мы, наверное, квотеракра, где мы находимся. А вот здесь, мы, это миллионные дома, наверное, за 5 миллионов этот дом стоит. Потому что только земля, наверное, его 5 лимонов тянет. Так что, а дом там здоровенный. Так что такие вот домики нехилые. Вот адрес, если хотите посмотреть на Google Map. Так что, ого, здесь такая property нехилая, ребята. Это очень дорого здесь стоит. Очень-очень дорого. Кто его знает, сколько миллионов. Я думаю, 5, а может все 10. Короче, здесь такая view, наверное, вот. Эти вот домики такие вроде не крутые, но а стоят, дай Боже. Так что элита здесь живет. И травичку покосили, видишь. Даже вот от забора у них до дороги даже травичка уже здесь растет. Чем выше, вот обратите внимание, вроде недалеко, да? Чем выше поднялся, получается больше влаги. И получается уже растительность другая. Травичка даже успевает, не успевает выгорать. Знаете, немножко чуть-чуть зеленеет. Так что такие дела, ребята. Ну, а мы покоряем высоты наших Гавайев. Высоты Гавайев. Вот так вот, там вот океан. Океан, 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 как люблю я тебя, мой океан. Мечта моя приехать сюда и быть здесь всегда с тобой, мой океан, океан, океан. Ты мой любимый океан, как люблю я тебя, как хочу я быть с тобой всегда. Ребята, меня на песни потянуло. Вы представьте, сколько у меня эмоций, сколько у меня здесь любви. Я никакого даже гнева в сердце своем не имею. Всех, кого я что-то где-то, например, обижался или что, я просто, ребята, уже все, я полный эмоций, радости и всего. Так что пока-пока. Пока-пока, ребята. Вот такие вот здесь трачки. Вот такие трачки здесь. Тойоты. Здесь все Тойоты такомы, 4x4 ездят. Они, наверное, здесь не дешевенькие. Так что, ребята, всем благ. Всем самого хорошего настроения. Всем самого-самого доброго вам. Люди, если вы устали от нашей погоды серой в Орегоне, если у вас негатив в сердце, приедьте на Гавайи. Не в резорт, снимите домик. И желательно в хорошем районе. Утром заставьте свое тело выйти на улицу, просто подышать этим воздухом, взглянуть на эту природу, посмотреть на этих куриц, которые не домашние, а просто живут. Смотрите, без никаких чикенхаузов, без ничего. Они просто живут, как хозяева Гавайев. И поют тебе каждое утро. И понимаете, и будят тебя, как будильничек. Понимаете, вот смотрите, петушок сидит, он хозяин, он здесь хозяин, понимаете. И ты просто, я не знаю, здесь просто ты сразу стаешь добрым, светлым человеком, спокойным, знаете, радости полностью. Знаете, тебя просто, ты просто наполняешься радостью. Так что я вам всем желаю самого накращего, самого любимого. Так что всем пока-пока. А мне здесь нравится. Всем доброго. Как говорится, о, смотрите, как люди здесь ходят. Такие не худенькие, смотрите, стройные. О, они, я пыхчу, они налегке пробегают. Там, где я был, смотрите, о, смотрите, какие здоровые, крепкие, мэн, худые. Понимаете, они просто ходят так себе, шалтай-болтай, понимаешь, вот. Вот так вот. Ну все, пока, ребята. Всем добра, чистого сердца. Пока-пока. А мне здесь нравится. Хочу я жить, я здесь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.